Сегодня день дипломатического работника России. Как отметили эту дату представители отрасли в Якутске, в сюжете Ивана Подойницына. Чтобы отпраздновать этот день, в Якутске собрались сотрудники представительства Министерства иностранных дел России, Департамента по внешним связям республики, а также некоммерческой организации «Интерсфера». На проходящем мероприятии состоялся турнир по шашкам и шахматам, а также соревновательные дебаты. Людей, которые работают в сфере международных и внешнеэкономических отношений. Таких у нас в республике Саха-Якутия много. И также Министерство иностранных дел Российской Федерации нас нацеливает именно таким образом, что этот праздник – это праздник именно даже тех людей, которые работают вот так называемые в сфере народной дипломатии. Это участники городов-побратимов, участники всех обменов. Эта профессия необходима и на уровне отдельно взятого субъекта, отмечают сотрудники Департамента по внешним связям республики, ведь именно дипломатическое поприще напрямую связано с социально-экономическим развитием региона. Дипломаты, то есть те люди, которые работают с внешним миром, с иностранными партнерами, являются проводниками инвесторов, являются проводниками инвесторов, то есть привлекают инвестиции сюда и передают культуру, распространяют культуру Якутии, народа Саха за границы, за пределы Республики Якутия и за границы Российской Федерации. НКО «Интерсфера» занимается продвижением дипломатической профессии среди школьников. Недавно они реализовали проект «Дипломатический десант», смысл которого – подготовить учащихся школ к республиканскому конкурсу «Будущий дипломат». Мы ходили к определенным школам города Якутска и вели собеседование со школьниками и рассказывали им вообще, что такое будущий дипломат, какие плюсы, какие преимущества дает этот конкурс. Мы задавали им вопросы по общей юридиции, по знанию международных отношений и по знанию английского иностранного языка. Иван Подойницын, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.